Отже, Ігор Михайлович, у принципі, що це за захід? Пару місяців тому було проведено курси з підвищення кваліфікації та навчання вчителів фізичної культури уроку футболу в школах. Це має це його логічне продовження, чи що це? Ну, да, це звіння одної цепочки, скажімо так, повищення кваліфікації як тренерів, детско-юношеских спортивных школ, Министерства просвещения, так и учителей, которые проповедуют и проводят урок футбола в школе. И сейчас мы провели акцию, вручили на каждый район по подарку, в котором находится все необходимое для проведения занятий урока футбола в школе. Ну, в принципе, какие действительно планы? Сегодня было озвучено, что впереди нас ждет принятие утверждения государственной программы. Что вы от нее ожидаете? Государственная программа, скорее всего, мы так надеемся, что будут какие-то дополнительные средства для того, чтобы в полной мере можно было заниматься этим видом спорта, футболом в частности. Я имею в виду. Может быть, должна улучшиться, конечно, материально-техническая база. Немаловажный вопрос о качестве преподавания. Я имею в виду, учителя, дело в том, что много учителей физкультуры в школах и женщин. То есть качество преподавания от этого тоже зависит. Необходимо каким-то образом, вот как сейчас мы проводим семинары, каким-то образом и дать азы этим людям, которые преподают физкультуру, чтобы они достаточно уверенно могли бы преподавать урок футбола. Ну, технически и кадрово область минимально готова к вхождению в процесс, так сказать? Ну, минимально, думаю, готова. Минимально, думаю, готова. Мы много делаем для того, чтобы не то что поддерживать, но и прогрессировать в этом направлении. Спасибо.